Вот у Кирилла Емельевича Разлогова есть такой термин «новые варвары». Он имеет в виду, что варвары, когда они разрушали Рим, они разрушали это не от чувства личной неприязни, а потому что они просто не понимали вот ценность. Да, абсолютно верно. И вот по тезису Разлогова культурой в значительной степени руководят люди, которые просто не понимают, с чем они имеют дело. Вы разделяете эту установку? Понимают, но как-то по-своему. Да? И тут есть другая история. Мы же с вами говорим об этом, находясь внутри ситуации. Да? Это вот. Вы внутри. Я так нет, вот. Нет, вы тоже внутри. Это вам кажется. Вы внутри, мы с вами обсуждаем нам хорошо понятные вещи. Я говорю по времени, мы внутри. Вот. И рассуждать о варварах так блестяще, как это делает Кирилл Емельевич Разлогов, все-таки легче и удобнее, когда между варварами и тобой есть какая-то дистанция временная. Да? Когда ты можешь сказать, что оказывается, но зато это время, оно дало нам вот это. И мы с вами, нам кажется, что мы живем уникальную какую-то жизнь, уникальное время, да, и что с нами что-то сейчас произойдет. Это как у Жени Гришковца есть прекрасное, да, что говорит, вот это все, сейчас вот все конец света, говорит, а кто мы такие, чтобы на нас все закончилось. Вот, ну, в общем, поэтому, может быть, это для чего-то нужно. Может быть, вот этот период времени, который мы проживаем, мы говорим, что вот какие-то там варвары, не варвары, понимают, не понимают. А потом бабах через 5 лет, через 10 лет. Какая-то совершенно новая эра, вырастает новое поколение людей, которые именно благодаря тому, что было вот так, вдруг стартуют и куда-то, сказать, попадают в совершенно новое пространство. Ну, еще раз. Это как солнечные дни. Вот как бы, как ни крути, вот сколько их отпущено тебе в год в этом городе, столько у тебя их и будет.